Воевал в Японии, работал шахтером, полвека прожил в браке с любимой женщиной. Сейчас Григорию Стефановичу уже за 90. Позади долгая и интересная жизнь. Жена померла. И все. Мне белый свет закрылся. Все бросил и сюда уехал. Одинокие, покинутые близкими, пережившие большие утраты. Немного тепла и внимания, и вот на их лицах уже цветут улыбки. «Гуси и лебеди» – это сказка, как говорится, то, что мы с детства помним. Мы тут уже говорили, что стар и млад – это одно и то же. «Гуси и лебеди» возвращают Сергея Рякина в детство. В исполнении бабушки даже простая щепка могла превратиться в сказочного героя. Она у меня была очень забавным человеком и много трудилась, а, наверное, бы актрисой была, потому что такая шаловливая бабушка у меня была. Давно известная истина: если на сцене висит ружье, оно непременно выстрелит. А если печка? Печка-то наша волшебная, испекла каравай, да не один. Угощаться будем, миленькие мои? Это только начало. До 10 октября в доме-интернате ветеранов войны и труда концерты будут проходить каждый день. Подарки подготовили и профессиональные коллективы, и детские творческие объединения. Ангелина Рязанцева, Андрей Дегтярев, телеканал «7».